Ага. А, ну ты дурак, так любой может. Магия, без ключа. А так, ой, черт, не любой может. Во, дурак, это ж магия. Посылочка доставлена, в срок заказывали, хорошее одеяло с красивым рисунком, получайте. Так, посмотрим, что там почта принесла, коробочка пекненькая такая, то что надо, о, покрывало-то холосил, о, а рисунок такой же, как у меня, а-ха, у ничего. Вот нафига ты туда залез? Надо яйцами думать. Думать яйцами надо. Котофеич, не яйцами, а мозгами. Мозгами думать надо. А, точно, спасибо. Мозгами надо думать, мозгами. А я вам так скажу, что яйца полезны для мозгов. Штука. О, где белок желтком съели? Вместо яиц буду бубульком жевать, вот так-то. Разъездились тут, аккуратнее тут жую. Мы тут с хозяином решили на зиму закатки сделать. Смотри, чтоб тебя не закатал, а то получится катасало солененькое на зиму. Ребята, могу еще одну банку вам подогнать со свеженьким котом. Ну, идиоты. Когда мне жарко и пить охота, я магию готов творить. Из волшебной шляпы ловко напиток я рукой готов ловить. Ах, делишес, ну что, котики, кому напиток? Это что, говорящий рот был? Или говорящая попа? Это был товарищ фокусник из нашего микрорайона. Лучше молочко наколдовал бы из своей шляпки. Ребята, смотрите, какой у меня дом. Я построил его собственными руками. Правда бы живого жильца бы... О, подойдет. Олька, иди сюда. Ха, будешь тут жить. Все, искупайся в моем новом бассейне. А я тоже хочу свой собственный дом. А то все в коробке, да в коробке. Надоело в коробке? Тогда прошу ко мне в кастрюльку. Ой, хлебушек закончился, срочно магазин на машинке. Э, чувак, подожди. О, все, поехали в магаз. В магазин я успел и купил напиток. Одному скучно пить напиток. Попью-ка я, а сам собой напиток. Едят они напитки пьют, блин. А кто утюжком работать будет, а? Котофеич, я сейчас тебе помогу, только вот ключи от дверей найду. Когда ты ключи найдешь, я уже, блин, посуду домою. Я не переживайте, я уже иду на помощь. Сейчас я на этой белочке к вам прям доеду. Сейчас. И оп! Скачи, белочка, скачи, родная! А вот и я сейчас с помощью $1 накрым ужин. Смотрите, раз и два. Вот и все, нечего переживать. Так, а теперь все скидываемся по 5 рублей, потому что я в магазин должен денежки за ужин. Катаны, а давайте песню споем про сосиски. Ща я вам спою, лодыри, а подметать кто будет? Ложкин, не переживай, я тебя помощницу привел. А стирать она умеет? Не знаю. Опять все самому делать надо. Ой, ничего себе, какая туза. Подожди, ребята, я тоже туда хочу. Сейчас, раз, два и опа. А, все, привет всем, мы здесь. Давай к нам, все вперед. Эй, катаны. А что такая очередь? Может, колбасу бесплатно выдают? Бесплатно только ремнем по попе выдают. Так, ребята, тут каталог прислали халявный, магический. Давайте, скейтборд, нет, заценим, что пойдем. О, вот эти штуки, смотри, класс. Ну все, ладно, я поехал. А как водить-то?